Всем приветик, с вами Катринка, очень рада, что вы зашли на мой канал, не забудьте поставить лайк и подписаться, также напишите свой комментарий. Сегодня, как вы уже догадались, будет видео полностью посвящено распаковке iShort. Давно уже не делала такие официальные распаковки, я поняла, что все-таки их нужно снимать, чтобы больше рассказывать вам про эту продукцию и больше посвящать вас в то, что и чем я пользуюсь и какие отзывы. Так что сегодня мы с вами распечатаем, хотя я уже распечатала давно эту посылочку, поэтому это видео уже будет с отзывом некоторых товаров. Так что поехали. Так, друзья, и вот такая вот у меня посылочка. Кстати, в этот раз, когда я не ждала ее быстро, она пришла довольно вообще по-скоростному, как всегда, когда не ожидаешь. Значит, в этой посылке я заказала кое-что для себя, для детей, для релакса, для расслабления. Я вот последнее мое помешательство. Это, друзья мои, бомбочки для ванны. Почему же, я вам расскажу, кто не следил за моими видео, не знает. Потому что я работала в магазине, здесь в Канаде, он называется Lush, это натуральная handmade косметика. И основной продукт, который я знаю, что массово люди знают этот бренд, именно по бомбочкам для ванны. Конечно же, я некоторые приобретала в магазине, но они стоят, скажем так, довольно небюджетно. Но они, конечно, обалденные бомбочки. Я брала и для детей, и для себя разные. Зашла на iHerb и посмотрела, что в iHerb тоже есть выбор бомбочек. И думаю, почему бы и не взять, потому что цена мне показалась довольно бюджетная. Всего там получалось $5, но за пакет. Но вы знаете, это был визуальный обман, потому что я не посмотрела, сколько грамм в этих бомбочках. И мне показалось, что это будет большой пакет. Думаю, за $5 целых 4 бомбочки, это стоимость одной бомбочки здесь в Lush, понимаете? Но когда я получила посылку и открыла, то для меня было удивление, что они такие маленькие. Этот пакетик, это... То есть здесь эти 4 бомбочки, они просто, как по мне, микроскопические. И здесь 4 равны как одной нормальной стандартной бомбочке в Lush. Я попробовала, скажу вам так, одной бомбочки, хоть она и маленькая, но она очень концентрированная. И здесь огромная концентрация эфирного масла лаванды. Если вы любите эфирное масло лаванды, это прям вот такое чувство, что вы просто залили его в ванну. На самом деле она довольно быстро растворилась. Она моментально, я снимала, но я не успела. Я как-то так раз ее булькнула и... Оп, она исчезла через несколько секунд. Но зато вся ванна настолько пропахла концентрацией вот этой лаванды, что, ну, читала в отзывах, кто сколько. Одни люди используют, можно использовать одну штучку, некоторые используют две штучки на ванну. Все равно за $5 это хорошая цена, то есть может хватить на две ванны или даже на 4. Мне хватило одной, потому что для меня эта концентрация даже слишком. Я не люблю слишком, знаете, концентрированные запахи, тем более... Эфирные масла, они довольно такие жесткие для меня. Здесь настоящее эфирное масло. Как бы есть и плюс, и минус, но нет какого-то уходового такого чувства, как вот после бомбочек Lush, допустим, что есть там с каким-то маслом, что ты выходишь, и кожа у тебя прямо пропитана этим маслом. Нет, но если вы обожаете лаванду, вы любите масло лаванды, то эти бомбочки для вас идеальны. И хватит одной, она очень-очень, вот я ее держу в руках. Если открыть этот пакет, вы просто можете ароматерапию поставить в шкаф, на кухню, в комнату. Она причем что, в целлофане, но она настолько пахнет. В общем, если вы любите, вы просто можете себе взять вместо, не знаю, эфирных там палочек, вместо аромамасла, оно будет освежать ваше пространство. Вообще, конечно, интересная вещь, и мне хочется попробовать еще какие есть варианты. Там от этой фирмы есть разные варианты. Вы поняли, тема с бомбочками для ванны для меня сейчас очень актуальна. И вообще принимать ванну, когда за окном неимоверный мороз, то, вы знаете, это приобрело свой такой кайф сейчас для меня. И я приобрела вот такие еще Sky Organics. Это целый набор бомбочек, но он идет больше для детей. Потому что это бомбочки необычные, это бомбочки с сюрпризом. Вот, они выглядят, конечно, очень классно. Сам наборчик выглядит вот так, в виде такого подарочного набора, да. И здесь бомбочки, конечно, побольше. Видите, они большие, ну как большие, они вот как стандартная бомбочка для ванны. Каждая из них разного запаха, с разным цветом.
И вчера моя Соня испробовала одну, чтобы тоже показать вам и рассказать, что же в ней примечательного. Так как все ингредиенты здесь органические, они подходят для аллергиков, не вызывают никаких шелушений, аллергии, не дай бог, мы это проверили на себе. Ничего не вызвало, слава богу. Значит, рекомендовано деткам все-таки до 3 лет такие штуки не использовать после 3 лет, чтобы не раздражать излишне детскую кожу. И здесь, если вот так вот немножечко его потрусить, то это как киндер-сюрприз на самом деле. И внутри там находится маленький такой шарик пластиковый, а в нем игрушечка. Здесь игрушка была в виде присоски резиновой, ее можно там на ванну, допустим, присасывать, да? Ну, то есть, у меня ребенок доволен, ей очень понравилось, конечно, больше из-за сюрприза, плюс ей нравятся вообще бомбочки, то есть она дает цвет, она дает запах, и с этим можно играть. И плюс это полезно для здоровья, это не вредно, она может подышать какими-то приятными ароматами, здесь есть соль для кожи, для ванны, она тоже может расслабиться и так далее, поэтому мне нравится, и Соня моя тоже оценила. Конечно, наборчик не дешевый, он стоит 28, по-моему, долларов, но с моей скидкой, и вы можете отслеживать еще скидочку, потому что я отслеживала, и я взяла этот набор по скидке, когда сайт предоставлял. Конечно же, вы можете ввести мой код и тоже получить еще скидочку. И если вам нужен шикарнейший еще подарок, допустим, кому-то, вот ребенку, не знаю, там, на день рождения, вы можете попробовать заказать этот гифт-сет, потому что он шикарен, я так скажу. Это прям такой вот как... практически, знаете, люкс какой-то такой бренд, как по мне. И здесь будет 6 киндер-сюрпризов, но полезных для здоровья киндер-сюрпризов. Итак, друзья мои, мы сегодня с Соней сейчас в ванной попробуем вот эти бомбочки Sky Organic, чтобы уже оставить отзыв. Соня выбрала одну вот такую розовую. Это у нас будет Bubble Gum. То есть она пахнет такой жвачкой. Приятно. Внутри должен быть сюрпризик, какая-то игрушечка, как киндер-сюрприз. Так что мы поплыли. Для себя был по очень классной цене. Я заказывала в период распродажи, и там на Крисмас, по-моему, да, и было просто шикарные иногда цены, что вроде бы не сильно мне там что-то нужно было, но я не могла пройти мимо этих цен. Вот то же самое могу сказать про этот набор. Он стоил там совершенно что-то недорого, не помню, то ли 3, то ли 5 долларов. Нет, даже не 5, наверное, 3. В общем, Фриман, я думаю, вы знаете, это очень известная марка масок для лица. И здесь вот такая тоже прикольная коробочка. Кстати, и на подарок кому-то можно. А здесь 6 тестеров, ну, как бы 6 упаковочек из масок. Потому что обычно Фриман, они делают большие такие у них маски в больших упаковках. А здесь можно попробовать все 6 масок от этой марки. А здесь и с углем, с гранатом, с огурцом я вижу. Расслабляющая, увлажняющая. Это с лимоном peel-off, которая снимается, как я поняла, которая отшелушивает, то есть разные есть для разной кожи, разные запахи, и я тоже вот буду пробовать, потом вам тоже как-то расскажу. Пока еще даже не открывала, и просто они, знаете, как обычные пробные вот такие масочки. Так что буду пробовать, это я взяла для себя, такой релакс. Дальше, что у нас по витаминам? Взяла, наконец-то, мужу вот такой вот комплекс, потому что, что наконец-то, в прошлый раз чего-то я не заказала. Мне очень понравилась эта обычная фирма Super Nutrition. Я пропила такие же женские и уже рассказывала про них не в одном видео. Мне очень понравились вариант этих витаминов, только женские. Мне очень понравился здесь грамотный состав. Здесь обалденный состав и одна таблетка в день. Вы можете купить своему мужчине, не знаю, там папе, брату, мужу, еще кому-то на 90 дней. Это шикарный вариант, хорошая очень цена, одна в день на 3 месяца, это будет супер профилактика вообще для поддержания здоровья мужчины. А здесь у нас идет витамины, жирорастворимые, водорастворимые. Также идут все
практически все минералы, в том числе очень важные такие, как йод, в том числе такие важные, как железо и цинк и магний для успокоения, да? И еще, что мне нравится, здесь есть такая штучка, как Botanical Blend. То есть эта фирма, она специально разработала, многие фирмы так делают, они делают свой собственный бленд, свой собственный состав витамин, чтобы не повторяться, чтобы не быть такими банальными, да. Вот здесь тоже есть Botanical Blend от этой фирмы, в 100 миллиграммах здесь разные, там экстракт сальви, экстракт pumpkin seed, это семена тыквы, и вы знаете, что семена тыквы очень полезны для простаты и вообще для мужского здоровья. То есть здесь все спирулина органическая, хлорелла, в общем супер здесь состав, мне очень нравится для мужчин. И еще есть 50 грамм Super Nutrition Blend. В общем, посмотрите, почитайте, здесь просто обалденные также есть антиоксиданты, там рутин, в общем, инозитол и так далее. Вообще, в одной таблетке за такую цену очень классные витамины. Я вам тоже советую вам и вашим. Далее, у меня тут осталось немного. Я все это взяла по скидкам, повторяюсь. То есть, вроде бы мне не сильно нужно было там что-то, но так как 2-3 доллара, думаю, нужно брать, потому что скидки хорошие. Лютеин. Но это я взяла, потому что действительно мне нужно. Я хотела сейчас, вот хочу. Хотя здесь немного, всего 60 капсул, одна в день, на 2 месяца мне будет такой небольшая профилактика для глаз. Это комплекс для глаз. Здесь даже нарисован, видите, такой вот цветочек. Это по-нашему чернобрывцы, да, мы все знаем. Называют еще бархатцы эти цветочки. И значит, эта добавка, вытяжка из именно этих цветов. И она, есть даже исследования, которые подтверждают, что проводили исследования на некоторых группах людей, действительно помогает поддержать и убрать вредное влияние синего экрана, как вы знаете, это все наши телевизоры, все наши гаджеты, мы сейчас все в них полностью, да, и практически все сидим в этих экранах, там идет вот это излучение, которое очень вредно для сетчатки глаз. В общем-то, это хорошая профилактика. Я хочу попробовать, потому что, когда я проходила недавно на водительские права тест на глаза, у меня 100% зрение, даже там 200% они написали на один глаз и на второй глаз. Но все-таки я увидела, что когда я закрываю мне один глаз, то левый у меня видит хуже, и я прям эту разницу увидела. Никогда у меня проблем не было с глазами, и я увидела эту разницу. Поэтому я хочу немножечко поддержать свои глаза, поэтому лютеин я вам тоже советую, друзья мои, пропить такую добавку для глаз, потому что мы сейчас все подвержены, я же говорю, вот этим синим экраном. Дальше, друзья мои, спирулина. Спирулину я взяла просто пропить тоже для профилактики, на самом деле это незаменимая вещь, это органическая. Спирулина, как вы знаете, это такие сине-зеленые водоросли. Она очень тоже полезна, потому что я мало сейчас ем морепродуктов, мало, практически не ем. Не ем никаких там водорослей, морскую капусту. То есть очень мало мне поступает вот этих необходимых минералов, йода и так далее в мой организм. Поэтому решила пропить спирулину тоже в мой ежедневный комплекс. А здесь хотя 2 таблеточки в день, да. 2 таблетки в день, небольшая баночка, ничего страшного. Именно данная спирулина, она очень уникальная. Она голубого цвета, в таблетках, без резкого запаха, не переживайте. Очень красивые такие таблеточки синие. Значит, спирулина, она сделана из сине-зеленых водорослей, и на самом деле ее называют мощным суперфудом и эффективным антиоксидантом. Самая главная ее функция, я считаю, это то, что она помогает устранить повреждения, вызванные свободными радикалами в организме, и поддерживает процесс детоксикации. Также она очень полезна для зрения, при артритах, для поддержки иммунитета и так далее. Также за пару долларов я взяла DHA 700. Думаю, почему бы не взять 1000 миллиграмм сразу здесь. Сейчас я вам даже скажу. Но здесь получается DHA 700 миллиграмм. Ну, тоже неплохо. 30, значит, таблеточек в одной таблетке. У меня есть еще омега, я пью. Это будет как на запас, потому что обычно они тоже стоят не бюджетно. И за пару долларов я себе взяла. Так что все, друзья, вот такой вот был у меня заказ.
Не будем долго затягивать. И спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Приходите ко мне в Инстаграм. Пишите мой код в своем заказе iHerb. И, конечно же, дальше я буду публиковать свои отзывы и видео про товары, которые я использую. iHerb всегда со мной, в какой бы я стране ни была. Видите, я без него никак не могу обойтись, потому что это моя любовь. Просто там незаменимые добавки, косметика. И все равно выгодно, и будет выгоднее еще вам, если вы будете ставить мой код в скидочном поле в корзине вашего заказа. Всем пока-пока, друзья! Всем мирного неба, здоровья и всем всего хорошего!